В воскресенье в Словении на трамплине «Летальница», являющемся самым большим на Земле, прошли командные соревнования в рамках чемпионата мира по полетам на лыжах. Победу отпраздновала объективно сильнейшая на данный момент австрийская сборная в составе Вольфганга Лойцеля, Томаса Моргенштерна, Мартина Коха и Грегора Шлиренцауэра. Соревнования проходили при сильном порывистом ветре, который, однако, не помешал Шлире в последней попытке улететь на 231 метр. Норвежцы стали вторыми, финны замкнули тройку призеров. Сборная России выступала в экспериментальном составе и в финал не попала, заняв предпоследнее 9-е место.